2 мая в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность. На торги выставлено 6 лотов. Все предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Два находятся в районе 3 и 4 виноградных переулков. Начальная стоимость около 13 тысяч рублей. Сумма задатка 400 рублей. Еще два участка расположены в районе улиц Гвоздичной и Аграрной. Начальная стоимость от 23,5 до 25,5 тысяч рублей. Задаток составляет 1000 рублей. Следующий участок находится на Полевой улице. Начальная стоимость почти 45 тысяч рублей. Сумма задатка 2000 рублей. И последний участок располагается на Староволотовской улице. Стартовая цена чуть менее 45 тысяч рублей. Сумма задатка 2000. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодез-центра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодез-центре по номеру 419786.